Вековой юбилей в этом году отметит республика. На празднование знаменательной даты в Чувашию приедут множество гостей. Как сделать событие запоминающимся, обсудили в Доме правительства. Праздничный калейдоскоп к столетию автономии запустили еще в 2019-м. В рамках Дней чувашской культуры юбилей начали отмечать в Крыму, Самарской области. Создавать настроение, украшая столицу республики и районы, начнут уже в январе. Параллельно с этим готовят подробный план празднования. Центром станут Чебоксары и Красночитайский район. Гостей ожидают со всей России. Основные мероприятия у нас будут проходить на трех площадках. Мы открываем парк отдыха. У нас, к сожалению, вот такое для молодежи, молодых семей не было места, парка, чтобы с коляски там выходили на прогулки. Вот это мы на первой площадке. Там и малые архитектурные формы, и там спортивная тропа для скандинавской ходьбы. Вторая площадка будет посвящена истории. На третьей представят все поселения района. Программа разрабатывается и утверждается совместно с Кабинетом министров республики. Задействуем артистов не только Чувашской республики, но и традиционно, которые у нас родники России проходят, другие гости. Мы максимально постараемся площадки Красночитайского района задействовать. Предварительно на комитете посмотрели, дали ряд замечаний, но главное сейчас акцент делаем все-таки общий тренд столетия республики, то есть общий брендбук будет, ну и соответственно доведем это уже не только до двух основных площадок, это город Чебоксары и Красночитайский район, но и доведем в целом до всей республики. Праздник должен запомниться всем, подчеркнул глава республики. Люди заинтересованы в том, чтобы что-то было новое, неординарное, свежее. С точки зрения, наша задача вовлечь максимальное количество людей, наших ветеранов, детей, и не забывать ни одного знатного человека по своим территориям, которые сделали очень многое для развития реального сектора экономики, для развития социальной сферы. Как наши вот личности, это Алексей Николаевич Крылов, допустим. Подготовку к знаковому событию в истории Чувашии глава региона держит под личным контролем. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика. Направленность на инженерию.